вас архитектурная семья. Ну, вы очень интересно на каком-то паблик-токе рассказывали, что там, по-моему, прадед развивал в Сибирь, архитекторов много. И выбор профессии архитектурной у вас, он был обусловлен вот этой историей? Или прям вот действительно с детства вам хотелось, независимо ни от чего, правда, заниматься архитектурой? Мне повезло в том смысле, что мой дядя Петр Иванович Скокан был достаточно известным в Москве архитектором. И, кроме всего прочего, он был очень такой живой, очень общительный, очень интересный, с кучей знакомых там и так далее. И он показывал вообще какой-то совершенно замечательный образ жизни. И, глядя на него, я не мог как бы не вдохновиться, потому что это казалось таким же чем-то веселым, интересным, вообще зажигательным и так далее. Плюс они все катались на горных лыжах, тогда он меня поставил на горные лыжи, и все архитекторы катались на горных лыжах. А это еще креплений когда не было, и они жестко привязаны были к ногам? Да, ремнями привязывалось, неважно, и так далее, и так далее. В общем, у меня был замечательный пример. Кроме того, мне кажется, что перед войной, когда он, собственно, поступал в институт архитектуры, это была достаточно модная профессия, потому что мой отец, который был инженером и не архитектором, но тем не менее перед войной он учился на рабфаке архитектурного института. И многие влиятельные люди того времени, как, например, Куйбышев, его сын был архитектором, как дочка Кагановича, тоже был архитектором. То есть это говорит о том, что профессия была достаточно престижная. Богемная чуть-чуть. Да. Кроме того, что значит, дядя был архитектором, действительно еще был прадед Петр Иванович Макушин, который назывался первый просветитель Сибири. И он действительно организовал какие-то книжные издательства, он строил дома и для себя, и для своих издательств. И в 2013 году он построил в Томске дом науки и техники, в котором был народный университет и так далее, и так далее. Он стоит до сих пор, называется «Дом науки и техники имени Макушина». Вот. То есть не только как бы архитекторы, не только проектировали, но и как бы и строили за свои деньги. Девелопмент. По-нашему, по-нынешнему, да. Вот. Ну и так далее. А дальше, конечно, и сын архитектор. А после института у вас Моспроект 2. И ну, сейчас Моспроект – это символ, честно говоря, того, куда лучше не надо. Ну, вот есть такая тема, что вот есть там хорошее бюро, молодежь туда вся рвется, а есть Моспроект – это прям вот ужас-ужас. Что тогда это было и почему вы выбрали именно Моспроект? Во-первых, не мы выбирали, а было так называемое распределение. И мне, можно считать, повезло, потому что был Моспроект 1, который занимался в основном окраинными территориями Москвы и типовым проектированием, а Моспроект 2 занимался центром. Поэтому это была очень престижная как бы, мастерская, и попасть туда было хорошо. И, кстати, вот та мастерская, куда я попал, ее возглавлял Егерев Виктор Сергеевич, замечательный архитектор, она занималась просто тем центром, в котором я жил. Тверским бульваром, Арбатские переулки, Бронные там и так далее. А я жил на Тверском бульваре, поэтому все это мне как-то было знакомо. Mm-hmm. Вот. И, кстати, это как бы жизнь окуклилась в каком-то таком месте, ходить с Тверского бульвара на площадь Маяковского, где был Моспроект, был легко и приятно, проектировать какие-то дома в этих самых переулках тоже было понятно и так далее, и так далее. Так что это тоже было своего рода везение, и, но то, чем все занимались, казалось неправильным и неинтересным. Было время тогда, когда в этих арбатских и бронных переулках строились цыковские башни из светлого кирпича. И у прогрессивных молодых архитекторов это, конечно, вызывало чувство протеста. Mm-hmm. Вот. И я помню, когда мне предложили в одном из переулков арбатских проектировать башню, и сначала я там с энтузиазмом взялся, потом я понял, что это связано с тем, что нужно будет что-то для этого ломать. Это когда вам сказали, что если не вы, то другой хуже сделает. Вот, вот, вот. Это было, значит, замечательно. Я сказал, что нет, я не буду. И в результате по факту отказались, да, все равно, даже несмотря на этот сильный тезис?
Нет, нет, потом я поступил в аспирантуру и улизнул. Какой еще смысл был идти в аспирантуру, и насколько я помню, вы ее не закончили в результате? Не закончил. Да, да. А зачем вообще это было, кроме вот того, чтобы изменить как бы обстоятельства? Тогда было время такое, что как бы люди жили все двойной жизнью. Например, все архитекторы, которые занимались скучными какими-то привязками, они все были замечательные акварелисты. И, например, Николай Петрович Сукоян, который сделал Третьяковскую галерею, вот это здание, которое там многим не нравится, кажется таким скучным, сухим, хотя сейчас уже к нему отношение изменилось, но всегда это было так. А при этом он был самым лучшим акварелистом среди московских архитекторов, самым тонким, самым изящным и так далее. И так далее. То есть все архитекторы жили какой-то двойной жизнью. То есть они все, помимо того, чем они занимались на своей работе, за что они получали деньги, они стремились делать что-то еще. Значит, и вот часть это занимались художественной деятельностью, часть занималась какими-то халтурами в худфонде со скульпторами, с оформителями и так далее. А часть уходила в науку. То есть наука идея это была пойти в научную деятельность? Да, да. Это тоже, в общем, была форма бегства от той вот этой реальности, ну, которая оказалась неинтересна. Тем более, к этому времени мне уже повезло поработать с такой замечательной нервской командой, которую возглавляли Гутнов и Лежава. И мы успели сделать к этому времени вот эту Миланскую выставку, которая недавно была. То есть я уже попробовал чего-то другого. И, естественно, мне хотелось чего-то другого. Вот. И тема уже была тогда другая. Значит, мы все понимали, что работая с этими башнями, мы, конечно, Москву уродуем, топчем и так далее, и так далее. И поэтому хотелось искать каких-то других путей, а их можно было искать только теоретически. И тогда мы делали какие-то теоретические работы, пешеходные пути в центре там, и так далее, и так далее. Вот. Ну и в аспирантуре у меня какая-то похожая была тема. Вот, то есть что-то связанное с такой, в общем, деликатной реконструкцией, можно сказать, и в результате. Есть ощущение, что сейчас аспирантура – это история, когда люди изначально готовятся в госуправление, ну или там куда-нибудь, уже понятно, что там понадобится, но это сейчас стало. И ну, среди архитекторов там нового поколения подавляющее большинство отказывается просто даже рассматривать возможность аспирантуры. Вот есть такая ситуация сейчас, то есть потеряла смысл. Ну, видимо, потому что системной науки-то нет архитектурной такой сейчас, ну такой вот по-настоящему, а такая немножко симуляция. Ну, понимаете, мне кажется, что сейчас для молодых архитекторов нету смысла от чего-то бежать, потому что вы в конце концов занимаетесь тем, чем вас никто не заставляет заниматься, да, и, в общем, это занимаетесь, в общем, своим делом. Вот. И вам нет смысла от этого куда-то бежать в науку и так далее. Тогда еще в аспирантуре, кроме всего прочего, был меркантильный смысл, потому что кандидатская степень, докторская степень, они давали прибавку, особенно если ты собирался преподавать в институте, то это был солидный плюс. Вот. Спустя ну, больше чем 20 лет после окончания института у вас, в 89-й, по-моему, год, у вас образовывается вот это объединение Остоженко на базе Мархи. И ну, стартовые условия – это ровно то, о чем ну, мечтают абсолютно все, которые открывают бюро. Вот это стечение обстоятельств, когда открылось бюро Остоженко, это был резкий совершенно, ну, так в кавычках, социальный лифт, то есть резко изменилась жизнь, пришли деньги, совсем другая работа, другая ответственность и все такое. Или это было абсолютно такое продолжение прошлой жизни, как у вас было? Понимаете, было интересное время, то есть до 89-го года, до перестройки, то есть было такое ощущение, что вот, ну, вот такой застой, или как это вообще забыл называлось, это навсегда.
можно успокоиться. То есть настроение в чем-то похожее на сегодняшнее, да, можно успокоиться. Все достаточно так забетонировано, кстати, вселяет надежду. Вот. И можно не рыпаться и так далее. У меня, в общем, жизнь как-то устроилась. Я после работы в Генплане, там, с Гутновым и так далее, я работал в худфонде. Худфонд, это считалось хорошо. Во-первых, ты был совершенно свободен. У меня была своя мастерская, комнатка в коммунальной квартире. Вот. И я считал, что, в общем, моя жизнь состоялась. Работа там случалась время от времени, как антиформическая или еще что-то. Но были замечательные работы, как, например, там, мы делали с художником Лубенниковым оформление советского раздела в Освенциме. Кстати, скоро будет юбилей освобождения Освенцима. Тогда тоже как раз был какой-то юбилей. Вот, то есть была, жизнь была вполне интересная, и поэтому, когда в 89 году ко мне пришли два молодых архитектора, которых я знал, но не так, чтобы уж и очень, Гнездилов и Байшев, и сказали, что вот при архитектурном институте организуется такая проектная группа, которая будет заниматься Остоженкой, и не хотел бы я возглавить эту группу. Я сказал, ребят, да у меня все в порядке. Вот, смотрите, у меня из окошка вид на Кремль, там, на Клементовскую церковь, там, у меня диван, там вообще все у меня хорошо. Вот. Да мне, в общем, ничего этого не нужно. Но они меня буквально уговорили. С чем связано это было, ну, кроме творческой истории? Потому что понятно, что это настолько лакомый кусок, лакомая история. Потому что, во-первых, это было совершенно неочевидно, что из этого что-то получится. То есть это была, в общем, какая-то авантюра. Авантюр тогда много было всяких разных. Но совершенно не было ощущения, что надо все бросить и кидаться именно в эту авантюру. Ну, у меня был какой опыт работы в историческом центре, 13 лет в Генплане, я, в общем, этим и занимался, и, собственно, именно поэтому ко мне пришли, там был опыт Столешникова переулка, Покровки, там, и так далее, и так далее. Вот, ну, короче говоря, они меня убедили, вот, и, да, в общем-то, и время-то было такое интересное. Много чего интересного начиналось, и лет мне тогда было совсем немного. У вас суммарно шесть учредителей юридического лица, если я не путаю. Причем это очень сложная история с коммуникацией всех учредителей. С одной стороны, прямо по себе знаю. С другой стороны, интересно, очень разбито. 16% у всех, у вас 20%. Ну, и эти цифры, в общем, они не имеют никакого бизнес-смысла, потому что. То есть у вас нет блокирующего пакета процентов этих. Нет. То есть тут дело в чем-то другом. Почему именно такая структура? Почему все в учредителях? И самое главное, что были ли за действительно огромное время существования бюро какие-то серьезные разногласия среди, ну, вот, партнеров, которые таким волевым и мудрым решением совместной работы всех партнеров удавалось потушить? Или у вас совершенно такая какая-то... Я вам скажу, что мы в 90-м, я уж не помню, в каком году это именно организовалось как ООО, да, 90, может, 91-й. Вначале это просто было при МАРХИ, как это называлось, господи, научно-проектный центр. То есть просто вы получаете задачи, делаете, да, а они, да, какую-то, да, типа зарплату, ну, вам платят. У нас был какой-то там, каким-то, уж не помню, образом свой, в общем, своя бухгалтерия, угу, и так далее. Потом в какой-то момент мы договорились с МАРХИ, что они нас отпускают как бы на вольные хлеба. Вот. И надо сказать, что спасибо им, что они отпустили, могли бы и не отпустить. Вот. Но они отпустили, и мы стали тогда искать какую-то форму своего существования, и нас уже тогда было 6 человек. Ну, с разным. Ну, все, кто был, они все, собственно, и были в партнерах, получается, да? Да. Ну, по-моему, кроме этих 6, тогда никого и не было. Вот. И мы, будучи абсолютно неопытными в том, а как это делается, да и опыта тогда не было, понимаете? Ну, сказали, ну, будем вот такое, там, ну, поделим все поровну, а сколько, ну, поскольку он постарше, там, и
дадим немного больше. Ну, хорошо, хорошо, все. А ну, типа он директор, вот он, пусть у него будет там на сколько-то, на 4% больше. Ну, они в этом не видели никакого ни смысла, ни резона. Ну, так, 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 потому что были какие-то дела, надо было дело делать, а это надо было скорее быстрее это как-то решить и жить дальше. Ну, в общем, решили вот так. Ну, просто все учредители и сейчас учредители, вот в чем дело, и это такой прямо, ну, не просто это как там, ну, брак, можно сказать, как удалось-то все? Это интересный вопрос, потому что то, что почти 30 лет эта вся, значит, структура как-то просуществовала, люди все достаточно разные, разнообразные, с разными биографиями, с разными опытами. Не знаю. Ну, очевидно, в каком-то смысле здесь и моя заслуга, в том смысле заслуга в кавычках, что я не то что либеральный, но я бы сказал, тот еще директор. Понимаете, я там не был там ни жесткой руки, там, ни какой-то ясной идеи, куда и зачем, и как мы идем, там, это мы делаем, а это мы не делаем, и, в общем, так. Так она же может быть у любого из шестерых, и все равно придется как-то с этим жить, потому что учредитель-то не важно, директор, не директор. Правильно, правильно. Значит, я думаю, что, наверное, настает время, когда нужно как-то пытаться эту структуру переосмыслить. Вот. А как первый виток запуска компании произошел? Потому что, ну, еще в то время же не было вот этой субкультуры предпринимательства, и как бы спросить не у кого. Бизнес-культуры не было никакого. Конечно, да. Но было еще хорошо в том смысле, что и наши заказчики, они были такие же дикие, как и мы. Это были люди, которые там, еще не имея языка, как-то там пытались на пальцах или жестами, не знаю, мимикой друг другом изъясняться. Вот. Но потом постепенно все научились, сейчас все уже искушенные и так далее. Я благодарен моим коллегам, они меня немножко избавили, я знаю, что у меня немножко романтический, условно, склад ума, они меня от этого избавили, и, в общем, я на эти ваши вопросы даже не лучший ответчик. То есть кто-то из учредителей взял на себя эту роль и прям вот разбирался? Да, и... да, да, да. Да, понятно. Чувствуется, что большой смысл заложен в логотипе, и абсолютно все команды, там, с кем я разговаривал, у них это прям очень такая история была какая-то непростая. Почему именно такой логотип? У вас такой лейтмотив – это то, что архитектура, она очень контекстуальная, ну что она работает в контексте. И при этом сам логотип – это черная, очень резкая рамка такая в фокусе, и красный квадратик размытый, который оттуда вышел. В чем вообще, почему так? Все не так. Ну вот, все, а как? Значит, не так. Мы делали конкурс, был международный конкурс японский, на такую парламентскую, называлась библиотека, в Кансайкане. Вот. Ну, конкурс был интересный, и мы с удовольствием в него играли, и, ну, хотелось найти какое-то, в общем, такое восточное, не знаю, трактовку всего вот этого. И тогда, в общем, родился образ вот два квадрата. Ну, инь-янь там и так далее, и так далее. И нам казалось, что это вполне что-то такое восточное. И так далее. А потом, ну, конечно, мы этот конкурс не выиграли, выиграли там совсем другие люди. Но графически это получилось достаточно интересно, убедительно. И потом, когда мы искали какую-то тему для логотипа, ну, вот как-то почему бы из этого? Совершенно очевидно работает на вас, ну, скажем так, назовем это бренд «Остоженки». Понятно, что к вам приходят заказчики, там, это все понятно, но... При этом даже самые крупные бюро, они, у них прям последовательная стратегия, каким образом получать заказы. И есть ли у вас какая-то стратегия вообще работы с поиском контрактов, или это все происходит само, или этим только коммерческий директор занимается, и вы, собственно... Я думаю, что мы достаточно архаически живем. То есть телефонные звонки, рекомендации и так далее, и так далее. Постоянные клиенты, которые к нам возвращаются,
тем более, что очень часто бывает, что какие-то девелоперские компании, они очень часто меняют свои составы, и какие-то люди, с которыми мы работали в одной девелоперской, они оказываются в другой, они нас знают, а какие-то уже там... То есть сарафан, по сути, вас рекомендуют, вам звонят, и это так происходит, да. Ничего кроме Скорее этого. Скорее всего, так. Угу. А у вас очень много жилья. Очевидно, что вы работаете с девелоперами, и сейчас ситуация, ну, в 90% случаев такова, что девелопер обращается с проектом, вот у нас там есть какой-нибудь комплекс, нарисуете, архитектор быстро садится, что-то очень быстро рисует, и с каким-то эскизом приходит к девелоперу. Девелопер собирает там 20 человек, каких-то маркетологов, друзей своих, жен друзей, там я не знаю кого, и вот такая комиссия собирается. И, значит, архитектор все это рассказывает, и дальше получает набор комментариев, там, а вот тут тяжеловато, или вот, а мне нравится, а вот я в Турции видел лучше. И дальше его просят визуализировать новый вариант фасада, допустим, через 4 дня. И, в общем, эта история вот с заменой вот этих рубашек, ну, картинки, она повторяется бесконечно. Каким образом вы в этой реальности существуете, если в ней не заложено время на проектирование? Совершенно. Ну, то есть сам проект он не подразумевается, подразумевается, что картинку визуализатор садится делать вот прямо сегодня вечером, желательно за ночь сделает. Вы очень правильно описали ситуацию. Значит, вся работа архитектурная, она становится все менее и менее, как бы это сказать, романтически творческой. Она становится, это, в общем, такое производство. Очень такое индустриальное, в котором там есть команды, которые делают вот это, потом деталь переходит туда, потом туда, туда, туда. То есть практически уже не остается архитекторов, которые могут контролировать весь объект там, от начала до самого конца. Тем более, что, как вы правильно говорили, заказчик приходит и говорит, что ему там через 2 дня нужно уже 3D. Всегда красивые картинки, да. Там с девочками на велосипедиках, там с шариками, с цветочками, с облачками и так далее, которые он кому-то должен показать для того, чтобы вообще там деньги потекли. Ну, вы говорите, ну как же, ну я вообще даже не знаю, какой это будет дом, как он здесь, на этом участке. Но потом очень часто бывает, что эти такие скоропалительные картинки начинают как бы детерминировать вообще все дальнейшие действия. Вот. Ну, мы справляемся таким образом, что у нас достаточно, я это называю, оформительский цех развился довольно сильно. То есть ребята, команды, визуализаторы. Это тоже интересная ситуация. У вас прямо вакансия висит все время, визуализатор, желательно с чувством вкуса. Да, да, да. Эти визуализаторы, у них есть наборы, значит, каких-то этих приемчиков, они приклеивают. Там. То есть вы просто выдерживаете эти сроки, вы действительно можете там за 2 дня новый вариант. Да, да. Но благодаря этому, в общем, я бы сказал, что продукция в таком производстве, я бы не сказал, очень высокого качество, она достаточно стандартизирована, это неизбежно. Конечно. Понимаете? Но дело в том, что надо посмотреть, а что такое происходит. Понимаете, мы там читаем и про реновацию, и про эти самые бесчеловечные человейники и так далее, и так далее. И мы понимаем, что да, мы как бы солидарны с тем, что это все ужасно. Это то, за что, так же как за пятиэтажки там, или не знаю, девятиэтажки, потом людям, которые в этом участвуют, ну не то что стыдно, но в общем как бы похвастаться нечем. Также и нечем будет похвастаться вот за все то, что мы сейчас видим по всей Москве. И я где-то прочитал, что оказывается в этом году, в 2019 году, значит, Москва побила рекорд каких-то 60-х годов по количеству вводимых квадратных метров, когда вот... Благодаря пику, конечно, да. Да, понимаете, да? Конечно. Что это значит? Это значит, что архитектору, в общем, думать некогда, и никто не собирается ждать, когда ему что-то придет в голову интересное, оригинальное и так далее. Вот, как говорил Андрей Павлович Гозак, он был очень человек ироничный, он говорит, чем занимаются в Москве архитекторы? Они делают чертежи для стройки. Вот как бы и все. Значит, мы все делаем чертежи для стройки. Ага.
У каждого бюро есть, ну, почти у каждого бюро есть своя какая-то некая мечта. Ну вот кто-то там хочет, не знаю, новое общество построить, кто-то хочет, чтобы его сотрудники там стали какие-то особые, и вот уходя из бюро уносили с собой частичку. Ну какая-то миссия. Для примера, компания «Народный архитектор», там, которой мы занимаемся, у нее была идея, что люди, они просто позволить себе не могут там дорогую архитектуру хорошую, а мы им будем прям дешево делать бесплатно, и у нас будет там бесконечность контрактов. Но это не сработало, но вот эта вот сектантская составляющая, она была таким стержнем в начале какой-то момент. У вас какая-то такая вот сектантская история в Остоженке, она присутствует, ее элемент? Ну, для меня вообще, как бы все истории, в которые я попадал, все команды, где я работал, как бы важны не какой-то вот этой продукции, вот этот дом мы построили, вот это. Для меня важно, в общем, что это были некие школы. Так же, как школой была вот эта работа с Гутновым. Развитие людей, да, энергетического. Да, и все люди, которые там работали, это действительно, это, в общем, какое-то такое, ну, не братство, но, знаете, как такие, своего рода масонство. Вот. И я надеюсь, что и Остоженка – это тоже такая, в общем, можно сказать, некая масонская секта, да, потому что, в общем, вот мы, не, да, мы не считали, но... Помните, в этом самом фильме какой-то польский, там такой крик «Дети вдовы ко мне». Mm-hmm. То есть это какой-то такой масонский клич, значит, «Дети вдовы». И все, кто к этому имеет отношение, они, значит, откуда-то собираются, кликаются, да-да-да. Вот. Значит, я тоже надеюсь, что вот какая-то обстановка, ситуация, история от этой Остоженки, ну, каким-то образом повлияло на людей, которые через это прошли. А их довольно много прошло. Список огромный у вас на сайте. Да, там, да. Просто... Для меня, например, это ценнее и важнее, чем те там конкретные дома, которые мы построили. А какое будущее у Остоженки? Улица или бюро? Бюро, конечно. Я думаю, что она как-то должна сильно измениться и продолжить существовать в новом качестве. Переродиться. Как-то зерно, что-то такое упавшее, ну и так далее, да? Должно умереть, чтобы прорасти. В какое-то явление, но с флагом Остоженки. Да. Ага. Но не буквально то, что сейчас, потому что это, в общем, уже продукт предыдущей какой-то эпохи, его тащить дальше в будущее нет смысла. У вас очень хорошая фраза была в одном из каких-то интервью, что архитектура от дизайна отличается, это такой наболевший очень вопрос, чем дизайн и архитектура отличается, что архитектура, она жестко контекстно привязана к месту. Дизайн, он может жить везде, на столе, там, на улице. Архитектура уместна. Да. Архитектура для этого места. Дело в том, что вот то, что мне очевидно, то, что, кажется, и вам понятно насчет уместности архитектуры, это далеко не, как бы не тренд сейчас. И больше того, значит, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что успешная архитектура, успешных архитекторов, в Москве есть такие, это архитектура, то, что называлось, ну, не вау, это не обязательно вау архитектура, но это архитектура какой-то неожиданности. То есть я вижу, что вот, например, в том районе, где я живу, в районе метро Фрунзенская, значит, появляется в таких незатейливых переулочках вокруг Пироговки совершенно такой неожиданный дом, который как бы ничем абсолютно не смотивирован. Кроме того, что... Бизнес-плана, как он будет продаваться. Вот да, это специальная история на целевую аудиторию. Да. Но у него есть какое-то там эффектное название, которое для риэлторов важно. Да? И вот его неожиданность и его как бы абсолютно, я бы сказал, на моем языке неуместность и является его достоинством. То есть все наоборот. Вот. И мне кажется, что эта тенденция сейчас как бы преобладает. Классический как бы объект дизайна – это автомобиль. Автомобиль очень красиво нарисован, да?
нам нравится, как нарисован Пининфарина там или еще кто-нибудь, да. И этот автомобиль, его можно отвезти в лес, поставить, сфотографировать. В любом месте будет жить, да. На фоне замка, на фоне избушки, там чего угодно. Это совершенное дизайнерское изделие, оно везде будет хорошо. В отличие от архитектуры, понятно, что хорошее здание переставишь не будет. А еще что-то? А еще что? Еще что, архитектура, я бы сказал, хорошая архитектура, особенно живая архитектура, она должна быть незаметна. То есть она тебя должна порадовать, там, удивить или еще что-то, ну вот когда ты сюда пришел, а дальше ты ее не замечаешь. Понимаете? И вообще, мне кажется, ну это я уже любил рассказывать про этот наш первый банк, который мы построили, но это там немножко другая ситуация. Там как бы он благодаря этому хорошо вошел в контекст. Но вообще, как бы особенно живая архитектура, она не должна какими-то обладать такими эффектными, не знаю, чертами там или еще что-то. То есть ты здесь просто живешь. Ты каждое утро выходишь сюда, приезжаешь сюда и так далее, и ты не обращаешь на нее внимания. Понимаете? То есть мне вот незаметность в хорошем смысле. Как бывает, вот вы не замечаете хорошую, удобную вещь. Да? Хорошие ботинки. Они удобные, все. Вы ходили и забыли про них. И вот хорошая архитектура, она должна тоже, мне кажется, обладать вот этими свойствами. Как вам новое благоустройство Москвы? Вопрос в контексте того, что с одной стороны пешеходные зоны, ну и много денег вкладывается, с другой стороны вот это благоустройство, оно и пригороды Берлина, и какого-нибудь европейской, где-нибудь еще, ну, то есть ландшафт становится такой общеевропейский, специфика его теряется. Ну, естественно, большой лагерь тех, кто говорит, что московский дух уходит, ну, есть ощущение, что все усредняется очень сильно. Смотрите, когда где-то лет, наверное, 30-40 назад появилось такое ощущение, что в какой бы ты город ни прилетел, тебя в аэропорту встречает та же самая обстановка. То есть те же, та же реклама, там, я не знаю, те же вот устройства там эти, и так далее, и так далее. И тогда это было еще в диковину, ты прилетел черти куда, а там вроде бы считалось, что это хорошо, потому что это есть некий такой психологический тамбур. То есть не сразу ты вылез из самолета, елки-палки, где я, что я, как. Это бы такое ощущение было, как. Как Ленинградский вокзал. Когда самолет прилетает в Китае, мы были в Ухасу. И в Ухасе ты выходишь на трап, и ты не можешь понять, потому что ты из самолета выходишь на высоту 3000 метров. То есть обычно, когда ты понимаешь, что высокогорье, то это какое-то постепенно, а тут ты просто двери открыли, и ты на 3000 метров. В Катманду то же самое, мы так летали, 2800, да. Да. Вот, и поэтому думали, что это хорошо. Дальше, когда вот это все, в общем-то, глобализация, да, то весь мир становится примерно одним и тем же, состоит из одного и того же, ну, как вам сказать? С одной стороны, как бы этому есть предпосылки. Потому что, скажем, строительные технологии, там, щуко, там, я не знаю, там, еще какие-то материалы, там, краны, грои, там, и так далее, они во всем мире одинаковые. Мы считаем, что это нормально, да? Какие-то там эти материалы, которые мы на стены, на подсистему лепим. Ну, даже городское благоустройство, там нюанс, потому что вот эти Г-образные светильники по всей, везде, по всей России. Но уже. Мне кажется, что города, тем не менее, вообще-то, конечно, все разные. И такая унификация, в общем, не на пользу, ничего хорошего в этом нету. И в какой-то момент нам предлагали заняться вот этим благоустройством Остожи, мы отказались, в том числе и сознательно, потому что мы понимали, что от нас ждут быстро, и вот по этим стрелковским как бы шаблонам, но времени подумать и придумать какое-то для Москвы правильное решение не было, и, в общем, так включаться в эту гонку не имело смысла. По какому пути тогда пойти архитектору, который сейчас идет там на проектирование? Ну, смотрите, вот какие, казалось бы, поводы для того, чтобы они были разные.
Кроме того, что в разных местах это делается, то есть разные гениусы оцисы, да, гении места в каждом разные. Значит, задача очевидна, но это, конечно, такая демагогия красивая, задача заключается в том, чтобы войти в контакт с этим местным гением, значит, почувствовать это место и сделать что-то именно для этого места. Это очень красивые слова. В натуре так, наверное, скорее всего, не бывает, или бывает только в какой-то очень малой степени. Вот. Но других как бы предпосылок для получения разных результатов я не вижу. Иначе вот набор приемов, которые где-то там в парке культуры отработаны, и вот уже в Коломне такое, и вот еще там где-то и так далее. Ну, супер. У вас подавляющее большинство архитектуры представлено в таком голом концептуалитете. Ну, то есть, что вот дом, вот он вот такой вот, в нем есть какая-то идея, ну, или это в форме заложено, или в планировке и прочее, но при этом эта идея не закрыта сеткой приемов, ну, таких, которые любят девелоперы, или как это, ну, как парикмахер, он там какую-то делает филировку в конце уже, чтобы вот концептуалитет чуть-чуть скрыть, и получается такая вот коммерческая такая штуковина, ну, а девелоперы очень любят там окна в пол, какую-нибудь разбежку там, чтобы широко-узко, там, ну, и так далее. Ну, действительно, большая часть проектов, это вот прям вот, вот идея вот такая вот, ну, вот нравится или не нравится, вот все сразу. Нету каких-то вот этих вот ширм дополнительных. Но при этом современного девелопера-заказчика, ну, привлекают вот эти какие-то наборы псевдоголландских элементов, ну, каких-нибудь там типа современной архитектуры, которые, в общем, вы не используете как ширму, чтобы закрыть вот этот концептуалитет. Каким образом вы, тем не менее, остаетесь в, скажем так, пределе. Да, пределе. Да, да. Помимо того, что вот мы видим глазами, там вот и такой фасад, сякой фасад, в клеточку, в полосочку и так далее, и так далее. Я думаю, есть еще колоссальная вещь репутация, понимаете, которая действительно, в общем-то, это вопрос времени, и никак вы, там, не знаю, за год такую шикарную репутацию как бы не сделаете. Но вот одна из причин, почему, тем не менее, там вот к нам приходит и так далее, я думаю, что репутация работает. Вот то, о чем мы говорим, что эти 30 лет там каким-то странным образом, знаете, как на колесе смеха. Все уже давно улетели, а эти почему-то еще держатся. Что-то у них там или гвозди в заднице, там, или еще что-то. То есть, наверное, думают люди, наверное, что-то в этом есть. Но вы при этом осознанно не маскируете идею каждый раз под этот усредненный коммерческий продукт. То есть у вас очень читается там стиль Остоженки, вот, вот однозначно совершенно сразу вот видно, что... Нет, это спасибо, что вы его видите, стиль Остоженки, потому что я как раз беспокоюсь о том, что вот как бы, ну, нету какого-то явного почерка. С одной стороны, это хорошо, потому что, в общем-то, пять таких архитекторов, да еще молодые ребята тоже поддают, и никто их не заставляет там рисовать вот так, так и так. Да? У каждого свои какие-то тараканы в голове и какие-то причины, почему они рисуют так или еще как-то. Свой опыт, свой багаж жизни, елки-палки. Вот. Кстати, вот то, что вы сказали, вот эти окошечки, так. Кто это первый придумал, знаете? Ну, все всегда трактуется, что Скуратов, а так где-то из Голландии. Нет, не Скуратов, это придумал Корбюзье. Совсем? Ага. Да, да. И это у него было в начале в Марсельском блоке, у него были такие горизонтальные витражи в Литуэте. И мы тогда это вот в институте, поскольку мы всего срисовывали с Корбюзье, значит, мы это называли чаще-реже. Чаще-реже. То есть то, что, в общем, да, потом стало штрих-кодом и так далее, и так далее. Но Корбюзье это придумал еще где-то в 50-е годы. Жизнь не состоит из просто каких-то отрывочных случайностей. И каждая случайность, она сама по себе, а когда что-то вот где-то потом замыкается, встречается, у нас такой счастливый случай, я считаю, случай случился. Это здание банка первое, которое там, не знаю, там все с ним... В порядке, все хорошо, но этот банк, значит, мы делали вместе с финнами,
и финское, скандинавское влияние в этой архитектуре достаточно ясное, очевидное, и мы это как бы не скрываем. Вот. Но потом нам повезло, и через какое-то время, 20 лет спустя, прямо как у Дюма, значит, мы сделали два дома рядом. Это была вот такая история 20 лет спустя. Это было очень важно. Можно ли сказать, что, в общем-то, профессия, ну, немножко сворачивается, архитектора так в целом? Да-да. Чувствуете? Она не сворачивается, она становится чем-то другим. И вообще, как бы я анализировал ситуацию, произошло уже рассвоение, то есть можно насчитать несколько типов архитекторов. То есть есть четко выделился архитектор-чиновник, они есть, они там и главные, там и всякие прочие архитекторы. С аспирантурой которой. Да, да. Которые работают, в общем, в каких-то госмуниципальных структурах. Дальше. Есть архитектор, которого упоминали при вот больших девелоперских компаниях. То есть по отношению к таким свободным, да, да, это такой шпрехер, там, я не знаю, предатель, перебежчик, там, и так далее, и так далее. Мы их не любим. Дальше Моспроектов как бы уже почти нету, но есть, вы знаете, большие девелоперские компании, при которых целые проектные институты, целый Моспроект. Эти архитекторы, конечно же, там не имеют никакого права голоса, то есть они совершенно четко делают то, что им говорят, они работают за зарплату. Есть какие-то более-менее свободные коллективы, как бы свободные, вот как ваша команда, как наша команда, но мы тоже в целой как бы цепочке каких-то зависимостей. И есть совсем какие-то молодые ребята, которые там начинают, их там 2-3 человека, вот они какую-то квартиру сделали, виллу сделали, там еще какую-то штучку сделали, там конкурс выиграли, молодцы, дай им Бог здоровья, но потом они, мне кажется, вот вольются у вас что-то из того, что мы раньше перечислили. Ну и, наконец, есть там фрилансеры, преподаватели, но их там немного, и я уж ученых и совсем немного, и так далее, и так далее. Вот кто такие архитекторы. Скажем так, вот этим вот молодым и дерзким командам, которые, правда, есть, в какую сторону им двигаться, чтобы, и стоит ли вообще это делать, чтобы возвращать профессии, условно, ее суть, или просто нужно там, цивилизация обуславливает развитие технологий, обуславливает то, что все меньше от тебя требуется? Смотрите, во-первых, сейчас время технологий, и как бы противиться технологиям, противиться вот тому, что вы сейчас держите в руке, невозможно. Все равно это вас ведет, несет и так далее. Дальше еще интересная вещь. То есть время открытий в культуре особенно закончилось. То есть все открытия закончились где-то в 50-х, 60-х годах. В музыке, в джазе, там, я не знаю, там, в поп-музыке и прочее. Все, что мы видим сейчас, это какие-то новые прочтения старых текстов. То есть мы часто слышим музыку, песню какую-то, и вдруг мы через какое-то время видим, что это просто какое-то очень необычное исполнение того, что мы давно знаем, и так далее, и так далее. Да? Литература – это тоже, в общем-то, как бы повторение каких-то текстов. И, в общем, в литературе это ничего в этом как бы ни зазорного, ни дурного нет, потому что вообще, наверное, количество оригинальных текстов, которые вообще в глобальной культуре существуют, оно ограничено. Это библейские там тексты, там это Шекспир, там Короли Лиры, там 5-10 и так далее. Дальше все это как бы на эту тему еще и еще раз повторяю. В архитектуре и тем более. В архитектуре это вообще никогда не считалось зазорным, когда как бы использовали какие-то архитектурные мотивы, которые там из другого времени и так далее, и так далее. И, в общем, вот этот авангард, модерн, он закончился тогда, когда появился постмодерн. Все, он выдохся, эти они шли. Вот этот вот, эта веха, это некая реперная точка, которая навсегда, и после нее, правда, все цивилизационное развитие уже не будет открытия, а только новые прочтения, или произойдет какое-то там потом погружение, не знаю, в каменный век, все забудется и по-новому. Понимаете, вот опять же, мне кажется, что как бы сами тексты
закончились. То есть новых текстов условно не придумали. Символов. Ну, тексты я имею в виду в самом широком смысле. Да. Но технология, как бы интерпретация, использование этих текстов, там, тиражирование этих текстов, там, я не знаю, глядение их на просвет, там, я не знаю, так, сяк, еще как-то, она будет совершенствоваться. И вот это технические какие-то вот новые инновации, они, может быть, в конце концов создадут новые тексты сами по себе. То есть как бы новые тексты родятся из технологии. Вот. То есть, собственно, мне кажется, на глазах это и происходит. Это ответ. Это кажется непривычным. Для моего поколения это уже то, как я уже давно заметил, есть такое слово «не догоняешь». Да, значит, мои сверстники уже давно не догоняют, они могут там делать вид, что догоняют, на самом деле они не догоняют. Я тоже уже не догоняю, это нормально. Понимаете, вот вы должны как бы сочинить новые тексты. Догонять. Получается, что в общем от архитектора-то зависит, ну, скажем так, не все, когда он проектирует. Все меньше и меньше. Да, все меньше и меньше. И получается, что хороший архитектор, он может смело оставить, находясь в плохом контексте, плохую архитектуру за собой. Да или нет? И вот эта вот фраза, что ну, другие-то хуже сделают, а в вот этом плохом контексте вы лучше сделаете, она все-таки работает? Или действительно можно попасть в такую ситуацию, в такой заказ, что прямо вот кончится совсем? Вы знаете, мне кажется, что очень много зависит от, ну как это сказать, от тех установок, которые в этом архитекторе, в этом персонаже уже заложены. А эти установки могут быть заложены там его, не знаю, биографией, его семьей, там, его воспитанием, прочитанными книгами, фильмами увиденными и так далее, и так далее. Вот. И на самом деле, вот что происходит? ГЗК, да? Когда, значит, ГЗК, в котором, как правило, как мне говорят, я там не присутствую, там архитекторов и нет, и даже наш главный архитектор отнюдь и далеко не всегда там присутствует. Вот. И там на этом КЗК составляет, что на этом участке может быть 40 тысяч квадратных метров. Все. Понимаете? Дальше все вопросы уже как бы решены. Дальше вопрос техники. Потому что из этого автоматически получается, что это башня 25 этажей, да? Хотя по каким-то другим соображениям этой башни в 25 этажей вообще не с чего здесь появиться. Она просто появилась потому, что у этого заказчика появился вот этот финансовый интерес, понятно. Да, да, потом как это и почему решалось на этом ГЗК, это нам непонятно, это там у города или у его там лучших людей какие-то могут быть свои счеты там с этим участком. Ну, дальше архитекторы говорят, что вперед делай, а можешь не делать. Ну, это все будет очень плохо, естественно, там зарплату не заплатят, но он больше работать не будет в этой области. То есть понятно, что начинается серьезное давление, что вот, а вот сейчас мы делаем вот так, а если не так, то до свидания. И, да, свободен. Да. Ну, в том-то и дело, вот и начинаются моральные эти самые терзания. А универсального способа нету. Понимаете, если за вами там 50 этих самых голодных ртов, у которых ипотека, там, я не знаю. Всегда 50 голодных ртов, да, там, конечно. Еще что-то и так далее. Вы в такие расклады попадали часто? В такие расклады сейчас попадает любой архитектор. Конечно. Это неизбежно. Вот. И отнюдь не всегда он имеет возможность принимать какое-то решение, которое соответствует его там совести там, и прочим, прочее. Вот. Но мне кажется, что в любом случае полезно и правильно, если человек понимает и отдает себе отчет, что он делает. Понимаете? Не просто механически, автоматически, а так надо, и все сказали, а я что, а все так, и прочее, и прочее. Человек, если он хотя бы в этот момент понимает, что происходит что-то не так, то в этом есть надежда, что вот сумма таких пониманий, что что-то происходит не так, они могут дать какой-то эффект.
могут дать какое-то изменение. Но если все автоматически как бы бьют под козырек и делают то, что им велят, то такой надежды нет. Я, опять же, в одном из ваших интервью читал историю про ЭЦТРМ. Я так понимаю, что это как раз вот такая же история, когда ЭЦТРА, театр ЭЦТРА, ну, когда было много вариантов, потом Кузьмин выбрал вариант, который в виде шутки был сделан, все. Но я так понимаю, что это как раз вот такая ситуация, когда происходит не то, что хочется, компромисс очень серьезный, обусловленный там рядом причин. Часто я вспоминаю, я оказываюсь на этой площади, смотрю туда и так далее. И я понял, что нельзя как бы вот этих детей своих бросать в какой-то момент, просто не понравился, вообще ноги у него не оттуда растут, и так, и все, пошел он. Я тебя не знаю, нельзя. Это все равно твое, и ты не имеешь права вот так брезгливо его бросить, потому что будет еще хуже. Потому что в результате мы отказались, и, в общем, какие-то люди сделали, в общем, на самом деле хуже, чем сделали бы мы. Даже не в том стиле, как это возвращение к самому первому. Это все равно сделают и без вас только хуже. Ну вот, мне кажется, что архитектор постоянно с этой ситуацией сталкивается. А как он хорошая решает? Сейчас идея, в принципе, открывать архитектурное бюро. Но еще там лет 10 назад казалось, что это прям вот хорошая идея. Лет 15 назад там вообще время другое. В 90-е все вспоминают с тоской, что вот это было время, когда можно было вот прям за месяц изменить свою жизнь, и все вот правда. Вот сейчас, сейчас действительно очень вязкая среда. Если ты не встроен в какие-то системы, то будет действительно очень тяжело и действительно не будет никаких контрактов. Я думаю, это все зависит от того, какой у вас там этот внутри драйвер. Вы думаете, драйвер победит все равно, да? Да, то есть если что-то, какой-то очень сильный такой мотор, который вас толкает и который вас не подведет, то я думаю, это надо делать. Если вы не уверены, вы вялые там и так далее, то, конечно, не стоит. Что вы посоветуете тем, кто завтра пойдет, зарегистрирует ООО, там, строй, элитстрой, что-нибудь? Ну, я могу сказать, что сейчас эта профессия не для таких, не для слабых людей, а для очень энергичных, очень решительных, еще бы я бы сказал, и очень упорных. Вот. Ну... Еще очень много зависит, потому что не каждый человек обладает всеми этими необходимыми качествами, но какие-то вот такие компактные компании, не 6 человек, а вот 2-3. 2 лучше всего, 3 сложные психологические ситуации. У меня были в жизни ситуации, когда мы втроем, значит, с двумя коллегами что-то делали, это был постоянный конфликт, то есть все время. 2 против 1, 1 против 2. Вот. Наверное, вдвоем какая-то идеальная ситуация. Но это, конечно, уже зависит от конкретных персонажей. Ну, тогда они же никогда не сделают ничего крупнее там, ну, коттеджа или чего-нибудь. То есть даже уже городской парк, 2 человека нереально, невозможно. Ну, как бы... Нет, ну, это как бы... Это костяк, они же могут обрастать там каким угодно мясом. А в одном из ваших, опять же, выступлений вас такой каноничный вопрос спросили, вот архитектура ушла, вот все очень плохо. Молодые бюро, а где же там молодежь? А вы сказали, что молодежь как бы и есть, но просто она, там ее не всегда заметно, но она есть, что-то делает, просто обстоятельства сейчас другие, ну, около, смысл какой-то такой. И молодые бюро, они действительно есть. Ну, в Москве там условно 10 компаний, которые показатели делают похожие на крупные бюро и в финансовом, и в количестве квадратных метров. Ну, то есть они воюют по-серьезному, но при этом они находятся на другом уровне
злобности и дерзости, потому что у них нету сарафана, у них не работает, заказчики к ним не придут, и, соответственно, они, задача охоты на мамонта, она все время присутствует, что вот сейчас мы вот будем воевать вот с этими, вот с этими, вот с этими, и вот, вот этого девелопера любой ценой мы должны покорить каким-то образом. И в этой реальности, естественно, вот эти новые компании, они работают в любом формате, то есть они не выставляют к заказчику никаких требований, они готовы работать в любые сроки. Вот эти новые команды, они находятся все-таки на другом уровне агрессии и готовы всячески сбивать стоимость, это даже не обсуждается, там на любых условиях работать и прочее, прочее, прочее. И как в этой реальности вы существуете в окружении ну, вот этих маленьких, но очень шипастых на самом деле структур? Ну, понимаете, мне кажется, что из-за того, что вот у нас тоже таки есть какая-то репутация, и что она так долго существует, это накладывает какие-то обязательства и, в общем, ответственность какая-то. Я чуть-чуть перефразирую. Вот, например, вы делаете проект, появляется компания из 10 человек, которая приходит и говорит, мы сделаем только в 5 раз дешевле, и уже сделали, на самом деле, вчера. Вы хотите спросить, что с ними делать? Как в этой ситуации жить? Потому что это же все время будет происходить. Ну, значит, от первого ряда можно заказывать этих ребят, но это дорого. Дорого и опасно. Вот. Но ничего, я не считаю, это нормальная ситуация. Ну, значит, если они таки отнимут работу и это случится, то это будет повод, значит, нам взяться за ум и проанализировать. Ну, происходит такое, то есть вы с этим как-то... Ну, что-то похожее были, конечно, ситуации, да, почему нет? Я считаю, это нормально, ничего в этом трагичного нет. Вообще, когда, понимаете, 30 лет, ты понимаешь, что за это 30 лет и такое, и сякое, и эдакое, и все было, и ничего. И ничего, и все еще живы, и так далее, в общем, все не страшно.